Сегодня я пребываю в состоянии умиротворения, в состоянии единства, красоты, тишины, внутреннего покоя. В океане любви я себя ощущаю. И землю матушку любовью обнимаю. Я так хочу, чтобы полна она была и радости, и счастья, и гармонии, чтобы в любви она жила, и чтобы дети на земле ее миролюбивы были. Я вижу мир на всей земле. Все в понимании живут и дружбе. Нет войн, нет раздоров. Есть только уважение друг к другу и понимание того, что мы одно. Как пальцы на руке. Все народы, все расы, все люди-человеки, и вся земля, и небо, и солнце, и воздух, и вода. Все это одно, и все это внутри у тебя, у меня, у каждого. У каждого есть тот дух непроявленного, начало-начал, что проявляет себя, как материя, как свет. Как все то, что нас окружает. Что может сделать каждый? Прямо здесь.